Одинцовский клуб «АГИ» от первой строки дивизиона «Северо-Запад», на которой расположилась команда «Лиепайс Металлургс», отделяла всего одно очко. Это ли не повод, чтобы биться до конца за честь города, клуба и хоккейной федерации района? Тем более, когда зрители скандируют «АГИ вперед!». Одинцовская команда действительно вырвалась вперед. На 15-й игровой минуте Дмитрий Пушкарев с передачи Ивана Комова и Ивана Рагулина отправил в ворота гостей из Прибалтики первую шайбу. Пропустив хозяев вперед, игроки «Лиепайс Металлургс» во втором периоде заработали первое очко точной атакой нападающего Паулса Хоцко. Но через минуту Иван Майоров с передачи Виталия Харламова вернул одинцовской команде упущенное преимущество. Хоккейные страсти накалялись. За удар соперника клюшкой Сергей Аксенов из «АГИ» отправился на скамейку штрафников. Следом за ним лед покинул игрок «Металлургом» Мартинш Фрейманис. За полторы минуты до окончания второго периода Вальтерс Фрей заработал для «Лиепайс Металлургс» еще одно очко. А за 30 секунд до перерыва прибалтиец Эдгар Хомяков отправил третью для своей команды шайбу в ворота «АГИ». Одинцовцы призадумались, а зрители вышли на лед, чтобы сразиться за приз от ТРК «Одинцова» – сертификат на подключение кабельного телевидения с возможностью бесплатного просмотра более 50 телеканалов в течение 2 месяцев. Лучший бросок шайбы продемонстрировал первоклассник из 6-го лицея Никита. Соперники вернулись на лед. До окончания встречи 20 игровых минут. Подопечным Александра Чертова предстояло не только отыграть пропущенную шайбу, но и вырваться вперед. На 46-й минуте матча одинцовец Тимур Лакеев подбирается к воротам гостей и с передачи Артура Ганзевда совершает бросок. Шайба. Гудит зал. На табло 3-3 и 15 игровых минут, которых не хватает командам, чтобы сделать победный рывок. Матч переходит в овертайм, играя в большинстве, хоккеисты «Лиепайс Металлургс» совершают победную атаку. Встреча завершается со счетом 4-3 в пользу команды из «Лиепая». Спор за лидерство в дивизионе «Северо-Запад» «АГИ» и «Лиепайс Металлургс» продолжит 24 октября. А дальше подопечные Александра Чертова сыграют с Дмитровым и Зеленоградом. А 14 и 15 ноября будут принимать в Одинцово клуб «Призма Рига». Мария Подъепольская, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».